В Атоме в категории товары для дома есть вот такой стиральный листовой порошок. Во-первых, посмотрите, сколько места он занимает в руках. Очень маленький. В этом стиральном порошке 30 листов, и каждый листик можно делить пополам. Это получается 60 стирок на 3 килограмма вы можете сделать. Теперь давайте сравним немного с другими порошками. Возьмем какой-нибудь стиральный порошок из низкой ценовой категории. Средний расход порошка 200 граммов на одну стирку для стиральной машины с загрузкой 5 килограммов. Даже если вы попадете на акцию, то стоимость будет получаться 600-700 рублей. А если брать обычную стоимость, то цена выходит 1500 рублей. И в большинстве случаев такие дешевые порошки далеко не эко. Если также сравнить бюджетный эко-порошок, стоимость порошка на 1,5 килограмма будет примерно 500 рублей. Расход этой пачки будет на 30 стирок для стиральной машины на 5 килограммов. Соответственно, на 60 стирок стоимость получится 1000 рублей. Цена же этого порошка 800 рублей на 60 стирок. И это далеко не все, потому что помимо порошка мы покупаем кондиционер для белья, отбеливатель, но сюда все это уже входит. Помимо порошка вы приобретаете сразу и кондиционер для белья, и отбеливатель, который подходит и для белых, и для цветных вещей. И все это гипоаллергенно, эко и абсолютно натурально. Поэтому если еще добавить к тем предыдущим порошкам стоимость кондиционера, отбеливателя, то естественно цена будет еще намного выше. Как минимум это получится 1500 рублей. Получается, в 2 раза меньше вы будете отдавать, приобретая Атоме порошок.